Всем привет! С вами я, Алиса, с канала Беливикс. Не успели мы наиграться с Гулиопой Джеллингтон и тремя большими куклами базовыми, а нам уже приготовили более грандиозный сюрприз. И это эксклюзив американского магазина Walmart, изумительный монстр и великолепная подруга, или же Gorgeous Ghoul Beast Freaky Friend. Кукла ростом 28 дюймов, или же примерно 70 сантиметров. И интересно, что кукла производится по лицензии компании Just Play, а не самим Mattel. Коробка оформлена в виде шкафчика-гробика. Есть стандартные атрибуты, такие как герб и надпись Monster High. Рядом с гербом есть возрастное ограничение 6+, и кружочек с надписью «23 прекрасных штучек в наборе». По бокам коробки есть герб, значок серии и разные скетчи в виде молнии, сердец, костей, паутинок и других атрибутов Monster High. Наверху коробки есть наброски Фрэнки, клыков и черепка. На задней стороне имеются надписи, фотографии куклы и что входит в набор. Рядом с надписью «Try me», «Нажми на меня» есть круглое отверстие, в котором мы видим голову куклы, и если нажать на эту кнопку, то глаза у монстряшки поменяются, как и у Inner Monster. Правее находится текст. Создайте вашей великолепной подруге полный пугающий вид. Она всегда бросала взгляд на новейшие тенденции. Наблюдайте, как она меняет свой взгляд и цвет глаз, но только с подмигиванием. Разработайте своего монстра с аксессуарами игры и рисуйте на ее теле специальными маркерами, которые входят в набор. Кстати, как гласит табличка, маркеры очень легко смываются и можно повторно нанести рисунок на тело куклы. Внизу написано очень мелким шрифтом, что входит в набор. Прекрасная кукла 70 см, два крыла от Гаргульи и Рошель Гойл, малиновая маска оперетта на глаза в форме сердца с подтеками, одна прядка розовых и голубых волос, ободок с ушками Клодин Вульф, белые очки Гули и Елпс, две дополнительные кисти рук, одна лазуревого цвета, другая нежно-фиолетового, одна пара сережек Фрэнки с блестящими синими черепками, два маркера, желтый и малиновый, взаимозаменяемая зеленая маска в колбе, также две зеленые лозы на ноги Венеры Макфлай Трап, две или три черных доспеха, пара обуви малинового цвета, один лист наклеек и один лист татуировок. Задник коробки представляет собой коридор школы монстров. Кукла по аутфиту немного простенькая, но при этом очень красивая и огромная. У нее довольно много волос, хорошие шарниры, они довольно хорошо движутся. И также у нее нет шарниров на ногах, это такая имитация. Чтобы ничего не ломалось, кукла сохранялась и все было хорошо. Скинтон у куклы фиолетового цвета. Губки окрашены в малиновый, а глаза подведены золотыми тенями с блестками. Голова крутится исключительно налево и направо. Глаза у куклы меняются. Если долго удерживать кнопку сзади, то у нашей монстряшки полностью белые зрачки, как и у Скара Скримс. А так они меняются от обычных на горящие зеленые. Волосы собраны в два хвостика, и они почти такого же цвета, как и у Джейн Булитл, то есть темно-темно-фиолетового с добавлением малиновых прядей. С левой стороны у куклы есть маска в форме сердца с подтеками, которая снимается. С левой же стороны, как и с правой, есть отверстие. Одето на кукле прекрасное платье. Верхняя часть выглядит как топ в черно-белую полоску, а нижняя похожа на юбку с тремя слоями. Нижний слой обрамлен малиновой тканью, а два верхних – это черная и голубая сетчатая ткань. Это все разделяет малиновый поясок с черным ремешком и пряжкой. Малиновые туфли на каблуке и ремешке. Кисти рук легко открепляются, зеленая кисть не сгибается.
Кукла даже может стоять без моей помощи, но все-таки лучше придерживать, чтобы она не упала. Но теперь давайте посмотрим ее рост. Как и говорилось ранее, кукла составляет 28 дюймов, или же примерно 70 сантиметров. Куколка почти в два раза больше Гулиопы. Ну и что же говорить о стандартных куклах? На фоне 70-сантиметровой куклы они выглядят буквально муравьями, а вот голова куклы размером с мой кулак. Кукла сочетает в себе качество головы для модных игр Anti-Styling Head, обычной куклы и деталей от Inner Monster. Мое мнение, что эта кукла больше для игрока, нежели для коллекционеров. На этом наше видео подошло к концу. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы не успели этого сделать. Ставьте лайк под этим видео и напишите ваш отзыв о моем обзоре и о куколке. Как вам она, понравилась или нет? Также не забывайте следить за новостями моего канала, странички и группы ВКонтакте, а также моего Инстаграма. Все ссылки будут в описании под видео или в комментариях. Я вас всех люблю. Be cool and crazy. Пока!